Ученые США провели большое исследование про возраст. Исследования эти показали, что самый продуктивный возраст человека, оказывается, составляет от 60 до 70 лет. Вторая наиболее продуктивная стадия человека – это возраст от 70 до 80 лет. Третий по производительности этап жизни – от 50 до 60. До этого человек еще не достиг своего пика. Средний возраст лауреатов Нобелевской премии – 62 года. Средний возраст президентов 100 крупнейших компаний мира – 63 года. А средний возраст пасторов 100 крупнейших церквей составляет 71 год. Средний возраст пап этих 76 лет. Это подтверждает, что лучшие и самые продуктивные годы человека приходятся на возраст от 60 до 80 лет. Это исследование было опубликовано командой врачей и психологов в New England Journal of Medicine. Они обнаружили, что в 60 лет вы достигаете пика своего эмоционального и умственного потенциала. И это продолжается до 80 лет. Следовательно, если вам 60, 70 или 80 лет, вы находитесь на лучшем уровне своей жизни. Источник этой информации – медицинский журнал Новой Англии. Отправьте эту информацию, чтобы члены вашей семьи, дедушки, бабушки, папы, мамы и друзья в возрасте 60, 70 или 80 лет могли гордиться своим возрастом. Этот тур под названием «Жизнь», оказывается, начинается намного позже, чем мы раньше предполагали. Поделись этой информацией с людьми старше 60 лет. Это пойдет им на пользу.